И сейчас последние новости из столицы Казахстана, в город Нур-Султан, теперь так называется Астана. Этим вечером прилетел Владимир Путин. Он уже встретился с первым президентом Казахстана. За особый вклад в расширение сотрудничества с республикой Нур-Султан Назарбаев вручил российскому лидеру орден, названный в честь самого себя. Давайте по порядку. Путин прилетел в аэропорт имени Нур-Султана в городе Нур-Султан. Встретился с Нур-Султаном и получил Нур-Султана. Но такой Нур-Султан, он нур-султановой формы, нур-султанового цвета и заслуги перед Нур-Султаном. Высшей нур-султановой степени. И начался неформальный Нур-Султан. Как говорится, без Нур-Султана. Президенты ели Нур-Султан из Нур-Султана, пили французский Нур-Султан, ирландский Нур-Султан. Потом, как обычно, полирнули русским Нур-Султаном. Тройным. Смотрели и слушали народные нур-султановские песни и танцы. Потом привели девушек. Нур-Султан был поведение.